Приветствую. Продолжаем играть, выживая в бездне. Так, что у нас тут ругается? О, мы поймали Роузфиш. Ура, нам надо троих. В предыдущей серии мы построили ловушки для фауны на Хабитате. Сейчас нам по миссии нужно захватить 3 образца и построить лабораторию клонирования. Но лабораторию клонирования мы пока не будем строить из-за того, что у нас не хватает членов экипажа. Соответственно, лаборатория клонирования нужна 2 члена экипажа. 2 члена экипажа, и так как бонус идет ученый, но об этом будет позже. У нас свободный только 1. Поэтому мы ждем, когда у нас наберется уголь, для того, чтобы доказать центральной станции, станции на поверхности, о том, что у нас стабильно все, и они нам отправят инженера. А инженер дает бонусы на угольный генератор. Генератор на угольном топливе. Так что мы будем ждать. Скорее всего, я буду проматывать в записи ролика все моменты, где нужно ожидать, поскольку это не имеет смысла, чтобы вы ждали со мной. Когда мы построим лабораторию клонирования, тогда я немножко расскажу про клонирование, ну и попытаюсь перевести вам интерфейс для того, чтобы было понятно. Так, у нас появился какой-то ивент, давайте посмотрим. Люди несчастны, то что качество еды низкое. Некоторые члены команды становятся агрессивными из-за рационов еды. Что мы можем сделать? И 3 выбора. Дать дополнительные пищи для того, чтобы сохранить мир. Обещать то, что начнем производство еды высокого качества в ближайшее время. Или дать им драться. Если мы дадим драться, будут 2 пострадавших членов экипажа, и также отношения в команде упадут. Если пообещаем еду высокого качества, тогда мы потеряем в виде 10, и ничего не поменяется в отношении команды. А если дадим дополнительной еды, тогда мы потеряем еды 20, а мы можем себе это позволить, поскольку у нас сейчас 74. И улучшится отношения в команде. Так что дадим экстра еды. Вот сразу видим, отношения лучше стало. А еды меньше. А мы ждем уголь. Такие ивенты будут периодически возникать, как бы, и не всегда они хорошие. Так, ну вот мы добыли 80 угля. Нам прибыл инженер. И куда он поступит? Да, он поступил у нас на угольный генератор. И как мы видим, инженер, он не заменяет обычных членов команды. Он так называемый специалист. То есть, если мы откроем нашу population, наше население нашей станции, мы увидим, что у нас есть генералисты, то есть это обычные члены команды, и есть специалисты, то есть инженер. Также, что хочется сказать про этот список, у нас здесь есть их желания, но на данный момент они все вроде сытые, хорошие. Здоровье, насколько они голодны, насколько у них хватает кислорода и их продолжительность жизни. Продолжительность жизни нас будет интересовать, когда мы начнем
клонированием. У нас собралось 86 очков исследований, или как они тут называют, это исследовательские данные. Давайте посмотрим, что у нас может быть. Так, как я полагаю, что для того, чтобы нам открыть второй уровень, нам нужно изучить эти вещи. Пока мы не можем биомасс-генератор открыть, что жалко. Так, хорошо. Вот нас поздравляет то, что на 20, в течение 20 дней хватало места для жилья. Еще давайте откроем список, посмотрим то, что у всех постепенно падает здоровье. И это связано с тем, то, что у нас нету столовки, они едят еду низкого качества. Потребляют пищу низкого качества. Так что давайте им построим. Где она была? Столовку. Или мы ее не изучили? Мы ее еще даже не изучили. Да, мы ее не изучили. Нам нужна столовка. 90 очков требуется. Так что ждем, когда накопится. Так, у нас 98 очков. Давайте изучим столовку. И построим столовку. Вот, mess hall. И разместим мы его, я думаю, где-нибудь здесь. Или здесь. А, им нужно смотреть, то есть если я его размещаю здесь, тогда не подсвечиваются жилые помещения. То есть им нужно есть рядом с работой, получается. Вот они все обведены, то есть нужно ставить где-то здесь. Окей, ставим здесь. Электричество. И туннель здесь уже построен. Да, обратите внимание, что туннели абсолютно бесплатны. Так что соединим побольше. Хочется. Ну так, не очень красиво, но продуктивно. Теперь они будут кушать в столовке, а мы будем ждать накопления еще очков. Тем временем у нас появилось 5 образцов. Давайте посмотрим. Что еще важно заметить, то что постепенно у нас уменьшается количество образцов в самом хабитате. И в случае, если здесь уйдет в ноль, мы этот хабитат не сможем восстановить. Так, а у нас есть что-нибудь, с чем мы можем замедлить этот процесс? У нас есть стабилизатор, морской стабилизатор. Восстанавливает фауну в рамках своей области действия. Ну, да, это нам подходит. А нужно ли... Оп, тихо. Нужно ли ему... Да, ему нужна команда. Ага, понятно. То есть нам придется построить лабораторию клонирования. Как бы мы не хотели от этого уйти. У нас 20 очков. Давайте подождем, пока соберется еще больше, и тогда продолжим. По электроэнергии мы добываем
38, требуется 20. У нас одна энергосеть. Сколько производит без инженера? Так. Эффективность 60%. Шестнадцатым производит, вот здесь указано 16 его производства, а у этого 20. То есть если мы построим лабораторию клонирования, все равно это мало чему нам поможет. Это учитывая, что у нас сонар даже выключен. Понятно. Ждем тогда накопления очков. Так, у нас заполнилось кварцевое стекло и железо. Нужно построить дополнительные склады. Так, где у нас точка сбора? Еще интересный момент, что эти склады, они как бы соединены в общую сеть. То есть, если у нас вот стоит материал с бекон, если мы поставим сюда, чтобы подлодки ближе прилетали, тогда они будут носить сюда, и это отразится на весь запас. То есть так можно очень удобно удаленно майнить. Так, давайте его поставим вот здесь. И увеличим на 50 наше хранилище. Так, бетон, как я понимаю, у нас все, точнее, цемент. Осталось только железо. Давайте поищем еще, что можем собрать. Ну, вот здесь. Так, сделаем одну подлодочку на железо, остальные две сюда на цемент. Поскольку цемента не так много. Так, и уголь тоже постепенно подходит к максимуму, так что тоже нужно сделать ему запас. Вот, 150. И очередной ивент. Мне нужны проводящие материалы для следующего этапа моего исследования. Это действительно может открыть дверь для понимания, как мы передаем электроэнергию по нашей базе. Я могу сделать это с материалом низкого качества, с металлом низкого качества. Но я уверен, что это сделает разницу. Так, ну мы не можем дать меди, у нас ее нету. Дать 30 железа, минус 30 железа, или отказать? Ну, дадим им железо, железо у нас дофига. Оп, и нам дали очки за это, отлично. Вот это хороший ивент был. Так, у нас 8 specimens. Где наш fauna trap? Их 4 осталось, нам нужно будет остановить этот процесс для того, чтобы мы не потеряли. Так, 106 очков, я думаю, нам должно хватить на какое-то время. Давайте строить лабораторию клонирования, что они от нас так хотят. Так, где наш масс-холл? Так, где у нее точка подключения? Вот зона действия, то есть нужно попасть сюда. Ну вот, к примеру, сюда можно поставить лабораторию клонирования. Давайте так поставим. Оп. Питание к ней сразу.
И туннель. Предупреждение. Команда была на сету 25 дней, но имелось в виду то, что не было отключения электроэнергии. Ждем завершения миссии. Так, еще я заметил то, что у нас не хватает стали, надо стали искать. Так, где у нас близлежащая сталь? Давайте искать железо. Это уголь. Сталь. Вот здесь где-то есть. Сталь, бетон. А, вот сталь. А этот разве... А, этот не дотягивается. Понятно. Так. Ставим сюда. Отсюда забираем бетон 1. Ставим его на сталь. Сталь — важный ресурс. Вот, веха сделана. Так, ну помним, лаборатория работать не может, поскольку не хватает. Или может? Так, что нам написала главная база? Так, все предыдущие эксперименты по клонированию приводили к тому, что испытуемые страдали от слабого здоровья, недоедания и могли выполнять только простые задачи. Ваша работа здесь внизу может исправить это. Мы можем исправить это. Время пришло. Откройте интерфейс клонирования. Добавьте необходимые геномы. Добавьте необходимые геномы в последовательность и начните процесс клонирования. Хорошо. Открываем аудиторию, открываем. Так, ну у нас только Rose Fish есть. Значит, что здесь следует пояснить? То есть Rose Fish нам... Это то, что мы с Fauna Trap получили. Дает 14% шанс то, что у нас будет простой член экипажа. Уровень мутации 8%. Да, уровень мутации 8%. То есть человек у нас может прожить 62 дня. И вероятность тоже 14%. Ну, соответственно, запихиваем всех. Но 4 использования возможно, то есть у нас попробуют сделать 4 клонов. Длина жизни 46 дней, 56% вероятность то, что получится генералист, ну то есть простой член экипажа. Начинаем клонирование. 240 секунд. То есть одного хватает вполне, слава богу. Так, можем пока попытаться сделать, восполнить эту фауну. Жаль, что надо перенести фонарь. Так, как мы можем это сделать? А, нужно 2 человека, да. Да, вы не можете строить в темноте. Обидно. Это было, дало нам разнообразие. Надо будет перенести этот фонарь просто.
Давайте попробуем перенести фонарь. Так. Где наши фонари были? Вот. В исследованиях. Вот буквально на тютечку. У этого посерединке, но этот полностью. Хорошо, а у этого. А, вот. А, ну ты его сюда не можешь поставить. Ну, может, так хватит. Попробуем. Так, тем временем ресурсов. Надо поискать еще сталь. Где у нас есть сталь? Это уголь. Железо. Железо. Кварц. Тут все плохо. Да, и обратите внимание то, что маяк по добыче ресурсов можно ставить в темноте. И это очень удобно. Хорошо. Мне кажется, пришло время чуть-чуть пересканировать. Так, что у нас здесь? Конкрет. Вот здесь стали есть. А можем ли мы так далеко поставить? Нет, уже не можем. То есть у нас вот максимум. Жаль. Так, как наша осветительная вышка? Отлично. Так, это выключаем. Этот у нас продолжает работать. И мы, соответственно, можем поставить фауна трап здесь. Отлично. Так, эту тогда разбираем. 4 стали вернем. Вот, перенесли. Так, как наше клонирование? Ждем еще 42 секунды. Так, что у нас здесь осталось? 2 конкрета. Кварц только остался. Хорошо. Давай добывай кварц. Так, поставили. Сколько осталось? 27. Ну да, постепенно все подходит к концу. О, у нас получилось удачное клонирование. Райан Вайл, поздравляю. Так, следующее сообщение с базы. Приветствую, смотритель. Это снова командный пункт. Поздравляю с первым успехом. Это первый частично успешный клон человека почти за 3 года. Однако это только начало. У этих членов команды ограниченный срок жизни, поэтому наверняка нам нужно будет больше. Увеличь ваше население до 20. Забавно. Ну, продолжаем ждать. Дальше клонирует. Так, что у нас вторая? Фауна трап. Спайдер краб. У него шанс 12%, шанс мутации 6% и одно использование. Удобно. Но нам бы еще двоих. Сколько он сейчас на клонирование ушел, которое мы получили. И тогда мы поставим Marine Stabilizer, который будет... А, ну вот видно, что он будет стабилизировать эти. Тут выше, тут ниже. Но вроде подсвечивает.
хочется его здесь поставить. Ну, непонятно, захватит он тот или нет. Ну, давайте здесь. Вот, соединяем его. Так, тут у нас только сталь осталась. Подлодок пока не хватает. В принципе, нам главное, чтобы сталь появлялась. Железо у нас дофига. Что у нас здесь? Только кварц. Здесь у нас что? Железо. А что ты висишь? Непонятно. Сколько железа у нас еще должно быть. Так, поймали спайдер-крама. Что у нас? Еще один появился. Ну, еще одного дайте, пожалуйста. Так, у нас электроэнергии надо протянуть. Хотел сказать не хватать, но потом увидел, что просто нужно подать питание. Подаем питание. А, и уже один. Ну да, это который это появился. Так, ждем 40 секунд до следующего. Ну да, вовремя остановили, оставалось только 4, надо теперь дождаться, когда эта лаборатория восстановит нам. Здесь 12-13, сколько только начали. То есть на 33% осталось только от среды обитания. Так, что ждем? Эффективность. О, еще один! Отлично, и мы справились с миссией. Следующая миссия. Первые клоны имели частичный успех. Мутация в генетической последовательности означает, что продолжительность их жизни сокращается. Поэтому нам нужно производить клонирование постоянно для того, чтобы иметь стабильный запас и обеспечить работоспособность объекта. Это именно то начало, на которое мы рассчитывали. Жертва, которую вы приносите, приносит огромную пользу человечеству. Ну да, только в интро говорили, что это все военное. Но хорошо. Так, следующая миссия. Чтобы найти ресурсы, генетические образцы, которые нам нужны, мы должны исследовать. Прежде чем мы сможем строить дальше, нам понадобится исследовательская подводная лодка, чтобы нанести на карту маршрут. Постройте завод подводных лодок и используйте его для производства исследовательской подводной лодки. Но я не уверен, что это прям вот так нужно делать. Завод, конечно, хорошо, но мы приблизительно знаем, куда мы хотим попасть. То есть у нас есть сонарная карта. Вот это отдельные биомы. И нам будет интересно здесь покопаться. Что у нас здесь? Цемент. Цемент, бетон. Там точки интереса. Это биокелп форест. Ага. Мне кажется, нужно пересканировать ресурсы. Если я тебя включу. И попробую пересканировать.
Ну да, мы все ресурсы открыли. Очень нужна будет сталь. Выключайся. Так, где у нас ближайшая сталь? Скрэп депозит, но мы до тебя не дотянемся. Да, не дотягиваемся. Так, у нас следующий запрос. Следующий ивент от кого? От угольной станции. Одна из команд по добыче угля обнаружила угольную жилу, которая не похожа на то, что мы видели раньше. Извлечение из этой жилы может привести к значительно более высокому выходу, чем обычно, но потребуется, чтобы один из членов экипажа спустился через скважину, чтобы правильно оценить. Можем ли мы рисковать членом экипажа? Разрешить члену экипажа оценить жилу. Или не разрешать и попробовать без. Давайте разрешим, но он наверняка пострадает. Оценка прошла успешно, однако в результате есть пострадавшая. Жила глубокая, но гораздо менее стабильна, чем предполагалось. Один из членов экипажа попал в ловушку, исследуя месторождение. Сейчас он освобожден, но ему нужно будет провести час в больнице, чтобы выздороветь. Ну, как я и сказал. Так, значит, нам нужно будет больницу. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся в следующей серии.